Целая полянка, смотрите, сколько много. Я первый раз только вижу. Если купается, не обращай внимания, и все. Мы позавтракали, он тоже хочет позавтракать. Комарики. Смотри. А, кузнечики. А вы знаете, чем отличается кузнечики? Посмотри, там как выглядит, примерно. Знаю. От чего? От саранчей. Я знаю. Кузнечик очень такой, зеленый большой. От саранча. У кузнечиков тоже крылья есть. А саранча, она наоборот зеленая, а, такая, это наоборот, да? Большая. Да, 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 зеленая большая. Наконец-то я от работы отдохну вот этой аэропортовой. У тебя будет перезагрузка, да? Да, да, вот в этом все. Потом все здоровье потеряли. Так, садись. Угу. Прям зелень можешь есть. Она там вот она. Кто так ломил? С кружкой иди сюда поближе. Кто, я? Угу. Вот видишь, какая же. Ставь кружку сюда. А бедра где у кого? Вот, вот, вот. 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 Кружок кто наберет, мы скажем. Вот, возьмите. Угу. Кружка моя. Ну ладно. Выбирай хорошо, чтобы не закоптать ягоды. Она есть, можешь сюда идти. Виктория, Россия 102, это даже не сравнить нельзя. Да. Та, которая в огороде? Да, все это наедает. Да, 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 вон туда, вон, где Сергей можешь. Или вот здесь вот. В огороде? Олег, вот садишься рядом. Вперед шагай еще. О, все, 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 все. Ее удобряют только там в огороде. Кузника, какие земляники. Вкусненько. Да ты-то наедайте, повторяю. Когда тихо, вкусненько. Организм это надо. А он не слышит, надо рядом говорить. Там зелень идет. Не надо зелень. Слава Богу за все. Все. Как Господь чудно сделал. Мы шли на речку, на пруд. Помните? Я пока еще не одну стакану. Затихнуть. Так, ну ты поставь кружку, да у меня рука не держи. Поставь ее на пол. Кружку сюда поставь. А в нее набирай. А сколько вы? Затихнуть. И в рот больше бери. Затихнуть. Да он не будет с тобой разговаривать. Он сейчас увлечен работой. Он тебя не слышит просто. У него же слух плохой. Там не только с телефоном разбираться, там с Надеждой Васильевной надо тоже проводить урок. Ну это не, уже не надо. Тоже не надо. Там Виталия дальше идут, поляны. Куда можешь пойти? Брат Николай пошел ягодные места искать, да? Ищу, брат. А раз за ними управишься? Туда, туда все. В ту сторону. Клубничку там собираешь у себя на родине?
Да, да, так вы смотри, там мы собираем, мы отделяем хвостики, а здесь не надо отделять? Нет, просто ешь и все. С хвостом прям, да? Не, я как бы есть могу, я просто для остальных что-то. А, мы так и делаем. Так и делаем. Так и варим прямо. А, да. Такое варенье не варим. Да. Ну я вот да, переспевший немножко. Есть и зеленая, правда, но есть. Есть, дождей мало еще было. Она была крупнее была. Дождей мало было очень. Тут тоже поляна, да? Не, Павел, может он туда пройти, там больше ягоды. Потом мы пойдем, там ягодные места больше будут. Тут так не так сильно много. Там можно будет эту травку набрать будет потом. Че? Брат, надо тебе пониже склониться к земле. Вон туда сразу иди. В той стороне там больше. Больше? Да. Где? Ну в той стороне. Так нет, ты здесь собери, что ты, не стесняйся. Ягодки. Да, я в курсе, да. Родители, не верующие совсем. Даже противники. То есть они хотят, чтобы они очень хотят. Слава Богу за все.